Преосвященство, дорогой Владыка Нестор, в этот прекрасный осенний день, день иконы Божией Матери, Спарительницы Хлебов, мы очень рады поприветствовать вас в этом небольшом, но уютном домовом храмике предприятия, которое сейчас носит имя «Край Каравай». Это центральный хлебозавод огромного автозаводского района. Хлеб, конечно же, это символ очень многого. Это символ жизни, символ питания, символ нашей возможности продолжать существование. В христианстве, конечно же, это символ спасения, образ Божий. И поэтому предприятие, которое здесь возникло одновременно с Волжским автомобильным заводом, одновременно с первыми жителями, которые здесь на протяжении уже многих лет трудятся, живут, это предприятие знаковое. Оно несет в себе особое значение. И люди, которые здесь работают, которые выпекают хлеб, конечно же, это тоже особенные люди. Поэтому вот уже более 15 лет тому назад здесь возникла мысль осветить это предприятие, осветить это пространство. Пусть удаленное от жилых кварталов, но все же сотни людей, которые здесь проходят через проходную, они видят этот храм, видят этот крест, заходят сюда, чтобы помолиться, обратиться к Божьей Матери, к святому Амвросию Оптинскому. За эти годы сложилось очень доброе взаимоотношение с предприятием. Мы благодарны ему, руководству, что на протяжении всех этих лет поддерживаются многие и многие наши начинания. И храм стал неотъемлемой частью жизни хлебозавода. Позвольте вас, Владыка, поблагодарить, что вы нашли возможность впервые с архипастырским визитом прибыть сюда, в этот престольный праздник. Сегодня здесь совершалась литургия, и все с волнением и радостью ожидали вашего приезда. Примите эти цветы на знак нашей благодарности. Много и благая это вам, дорогой Владыка. Это какая-то уникальная история, на самом деле, потому что из всей отрасли по всей России мы, наверное, единственные, у кого есть такая возможность и работать, и сходить помолиться. Конечно же, очень символично, что именно в честь иконы Спасительницы Хлебов был назван этот храм иконы Амвросия Оптинского. Это тоже имеет большое значение вообще, в принципе, наверное, в истории страны. И, конечно же, хочется, чтобы наши молитвы были услышаны, всегда были урожаи хорошие, и никогда люди не испытывали страданий, голода и прочих несчастий. Большое вам спасибо, всегда рада вас видеть здесь. Господь сказал человеку: в поте лица твоего будешь кушать хлеб твой. И с тех ветхозаветных древних времен, из-за того, что человек свободно выбрал, дерзнул остаться без Бога, думая, что может сам стать как Бог, стал работником земли. И та земля, которая в раю приносила все необходимое, все плоды, стала приносить тернии. И среди этих терний, возделывая растения, человек находил себе пропитание. И с тех пор пот, труд, болезни стали сопровождать человека на его жизненном пути. И так происходило достаточно долго, до того времени, как в мир пришел Бог-человек, который назвал себя хлебом жизни и оставил нам молитву, в которой уже не на себя человек надеется, а надеется на Бога, возвращается в то правильное отношение между Богом и человеком, уповает на своего небесного Творца и говорит слова: «Хлеб наш насущный, дай нам на каждый день». И эти слова мы повторяем теперь ежедневно, а кто-то и ежечасно, любя молитву «Отче наш». В ней, как замечает святитель Филарет Московский, говорится не только о хлебе насущном, том, который производит данное предприятие, но говорится и о том,
причастии, о той важнейшей составляющей духовной жизни человека, без которой невозможна жизнь души. Это единение со своим Богом в таинстве Евхаристии, в таинстве, где под видом хлеба и вина нам преподаются пречистые тело и кровь Христова. И таким образом человеческое достоинство становится выше ангельского, потому что человеку дано то, что не дано ангелам. Таким наитеснейшим образом соединяться со своим Богом, что святые отцы называют это единение так, что Бог в нас и мы в Боге. И разорвать это единение может только одно – грех, который свободно опять может выбрать человек. Но давая нам такие прекрасные уроки истории, Господь хочет, чтобы мы всю свою жизнь возлагали на Него. И в пример нам ставит птиц небесных и других животного мира представителей, которые не ищут себе, как мы, не добывают хлеб, зерна, растирают, но Господь питает их. Конечно, это не значит, что нам надо бросить наши все заботы о теле. Это говорит о том, чтобы мы все держали в равновесном, правильном, гармоничном отношении и не забывали, что для человека первое, а что второстепенное. И первое у христиан всегда был Бог. Он – источник нашей жизни, Он дает нам силы душевные, Он даст нам и пропитание. И я вспоминаю слова царя Давида, который сказал: «Я не видел праведника, лишенного куска хлеба». Это означает, что человек, который уповает на Бога, живет благочестиво, никогда на его столе не прекратится хлеб, потому что он живет в Боге, и Бог заботится о нем. Есть одно повествование. В голодные 20-е годы 20-го столетия одна из женщин, совершенно не имея возможности пропитать своих детей, пошла собирать что-то, зерна, колосся, то, что хотя бы было. Но это была страшная ситуация в нашей стране после гражданской войны, когда действительно голод обуял всех, стал страшным испытанием для нашего народа. И не набрав ничего, понимая, что она идет, возвращается обратно в свой дом, не имея в руках никакого пропитания, она возвращается встретить голодную смерть своих детей. И, кинувшись на колени, взмолившись к Богу, пролив обильные слезы, она идет к своему дому и видит, на дороге лежит хлеб. И он был вдобавок еще и теплым, тем самым уверяя в чуде, что Господь даже в самые страшные, самые злополучные времена истории людей не оставляет праведника. Это было чудо, явленное тогда для уверения и укрепления веры людей. Моя бабушка пережила не одну голодовку, и особенно 46-47 года, когда не то что хлебных зерен, рады были из остатков кукурузы и других растений сделать что-то наподобие хлеба. Тогда это называлось мамалыга. Но запомним эти рассказы, мы уже, следующее поколение, так бережно относимся к хлебу, что до сих пор собираем крохи со стола. Может быть, современные люди не понимают этого нашего действия, что это, зачем мы так бережно относимся, но мы выросли на тех историях, на тех примерах, которые говорят нам о том, что нужно беречь то, что у нас есть. И в сравнении познается наша радость. Когда мы сегодня находимся в относительном довольстве, у нас полно
полные центры продовольствия, супермаркеты, разные магазины, где полно всего для жизни тела, мы должны помнить, что не оскудеет ли в этот момент наша душа. Заботясь о теле, не забываем ли мы главного. И вот сегодняшнее время, может быть, оно является временем благоденствия. Мы не знаем, как дальше развернется история мира, но видеть это и ценить – это то, что мы должны. Потому что через наше благодарение Богу и рождается изобилие, которое есть в нашем народе. Наш народ умел и трудиться, и благодарить, и беречь, и всегда мог помочь ближнему. И вот тем и знаменито это предприятие, что оно делится с ближними тем, чем имеет. И самое важное, хлеб на столе дает для того, чтобы сегодня человек не был в лишении, не был в голоде, но настраивал себя так, что раз у меня есть пропитание, раз есть кровь над головой, значит, все свои силы я должен тоже направить на служение ближнему. Раз Господь нас освобождает от того, что мы сами печем хлеб, сами шьем себе одежду, это делают другие, значит, у нас высвобождается много времени на более важные дела, которые можно было бы принести, а это служение ближним. Поэтому сегодня, отмечая этот праздник, хочется сказать, что мы просто купаемся в Божьей благодати, в Божьем изобилии. Будем ценить это, ибо тот, кто не ценит, и то, что имеет, отнимется, говорит Господь. Поэтому наше сегодняшнее служение, наша молитва – это молитва благодарности Богу, Матери Божией за все, что они дают нам, и за хлеб насущный, и за милость, и за мирное небо, и за нашу любовь друг к другу, которую мы получаем от любви Божией. Я благодарен отцу Дмитрию, что он окормляет здесь и неустанно продолжаются службы. Этот храм не превращается в музей, а здесь можно всегда зайти, помолиться, благословиться у священника. Здесь очень внимательно относятся к этому и руководство предприятия. И очень важно, здесь все чисто, красиво, тепло. Это все, конечно, забота тех, кто занимается предприятием. И это тоже слова благодарности мои всем, кто участвует в жизни этого прихода. А прихожан здесь действительно много, отец Дмитрий. Я думаю, что каждый сюда, заходя как в свой домашний храм, как к себе домой, можно так сказать, здесь получает просимое. А просьб-то много у нас. Очень много хочется у Бога попросить. Поэтому есть вот время перед работой или после работы зайти помолиться. Ну, даже если здесь и не всегда бывают священнослужители, то можно, осенив себя крестным знаменем, уже получить благословение Божие. Я желаю дальнейшего такого служения, доброго служения, процветания предприятию, чтобы от силы в силу здесь всегда приумножалось и добро, и чтобы здесь всегда были самые лучшие сорта хлеба, чтобы здесь была самая лучшая, самая красивая улыбка в нашем городе, потому что люди, которые делают чудо такое, хлеб, они обязательно испытывают внутреннюю радость от того, что происходит. Потому что здесь действительно совершается чудо. То, что было землей, становится нам съедобным и необходимым для нашей жизни. Это очень важный момент, таинственный момент, как мы от земли берем для себя пропитание. Но, тем не менее, как и рождается ребенок, это всегда чудо. Вот так и здесь происходит что-то необыкновенное для жизни человека, для жизни мира. Поэтому я молюсь и прошу Господа, чтобы Он укрепил всех, и руководство, и сотрудников, и приход этот укрепил своей божественной силой, даровал благополучие, процветание, многое лето и такое хорошее состояние духа, когда человек, служа
своим ближним получает от Бога благодать и радость. Поздравляю вас всех с праздником, благодарю за сегодняшнюю молитву и надеюсь, что наше общее служение внесет еще один вклад в укрепление, единение нашего народа, в молитву о мире, в здравие и благополучие нашего населения и особенно сотрудников предприятия, которые сегодня на передовой. Им хвала и честь, а вам всем доброе здравие. Много и благодарю. Комплекс полностью обслуживает. Опять же, зачем на это тратить время, когда... Даже в коврике тоже. Да, ковры не тоже у них приобретают, также они стирают. Чтобы не все обновили. Очень хорошо. И для обуви. Обязательно бесплатно. Да, чтобы ковры тоже в комфорте работали. Это прям достаточно недавно. Да, недавно. Это тоже имеет значение в плане, конечно, культуры производства.